воскресное служение, молитва за детей. Аллилуйя. Отец Небесный, слава Тебе и хвала, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за этих детей, которых Ты нам даровал, Господь. Это наше будущее, Господь. Это продолжение нашего рода, Господь. Господи, я прошу Тебя, благослови их, Господь. Держи их в руке своей, Господь, в этом развращенном, Господь, и обманутом мире, Господь. Дьявол много предлагает прелести, особенно сейчас, в это время, Господь. Через телефоны, Господь, через разные, Господи, обманы, обвертки, блестящие этого мира, дай, чтобы они никогда не влеклись, Господи, на этот обман. Но храни в руке своей во имя Иисуса Христа, Господь. Пускай с юных лет, Господь, познают Тебя, проявляются к Тебе сердцем своим, Господь. Мы их посвящаем Тебе, Господь. Мы их отдаем в руки Твои, Иисус, во имя Иисуса Христа, Господь. Я прошу Тебя, веди их по жизни. Пускай они вырастут, Господи, умными, сильными, Господь, во имя Иисуса Христа, служителями, Господи, детьми Твоими, во имя Иисуса. А нам дай родителям мудрость, Господь, как их воспитать, Господь, в правильном учении, в примере своей жизни для них, Господь, чтобы они видели в нас отражение Тебя, Иисус, чтобы это не было как-то лукаво или искусственно, чтобы это было по-настоящему, Господь, наша любовь к Тебе, во имя Иисуса Христа, Господь. Мы благословляем их именем Твоим. Я призываю кровь Твою, Господь, на этих детей, на их души и дух, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. Аминь.